Айнур Ниязова снова собрала коллег в одном кадре. Напомним, фотосессия под названием «Кинолица» имела место пару лет назад. И вот они собрались снова. То, что будет сегодня, я надеюсь, это будет что-то такое новое, интересное. Мне хочется не повторить первый проект, мне хочется, наоборот, внести что-то новое, чтобы это было более ярче, более стильнее и интереснее. Казалось бы, собрались подружки пофотографироваться вместе. Ну и тут не все так просто. Самое сложное, наверное, собрать всех вместе в одно время, в одном месте. Потому что все люди заняты, все работают, у всех свои проекты. И, в общем-то, состыковать так график, чтобы все оказались свободны в какой-то определенный момент. Чего не сделаешь ради искусства. Девочки пошли навстречу друг другу, а Шамотай, например, все дела свои бросила. Ну и слава богу. Была одна проблема, поскольку я собиралась улетать в Таиланд, отдохнуть за границей, но вовремя опомнилась, потому что там идет сейчас вот этот хаос, беспредел. Профессия актрисы, да, мне лично по духу близка, поэтому я люблю это дело и, в принципе, я люблю фотосессии. Еще одна дебютантка фотосета Салтанат Ноурус не скрывала восторга от того, что она на эту съемку вообще попала. Впервые увидела этот проект, будучи там не здесь, да, как я училась за рубежом, увидела прошлогоднюю фотосессию, когда Айнур Ниязова опять-таки собрала всех девушек. Мне это так понравилось, и, естественно, как начинающий там актер, да, мне самой очень хотелось там быть среди девушек. И когда я получила приглашение, это было для меня волнительно. Так, yes, мечты сбываются. В отличие от своих коллег, Бибигуль Актан уже принимала участие в предыдущей фотосессии. Но, тем не менее, неустанно восхищалась самой идеей события. Я считаю, что это классный очень проект. Он подчеркивает то, что наши девочки, они как бы не ссорятся друг с другом, что они все дружат, что они не такие конкурентки, которые друг друга ненавидят, а наоборот, что все друг к другу хорошо относятся. И вообще, это хорошая идея очень, собрать всех для одной фотосессии и поздравить женщин с 8 марта. Так что, мужчины, ждем весны, тогда и посмотрим на всех этих красавиц разом.